Я недавно был на презентации наставничества от организации «Светанок Марии». И там была идея, то, что быть наставником у ребенка, как мы уже говорили, что детей усыновляют в ранних категориях возраста. И после 13 до 18 лет тяжело их усыновить. И поэтому вот эта идея наставничество, она закрепляет за каждым ребенком этого возраста быть наставником. И это для ребенка очень важно, потому что в интернатах, в таких учреждениях детей очень много, а взрослых людей очень мало. Это воспитатели, психологи и преподаватели. И каждому уделить время и подсказать какой-то совет очень трудно. Вот наставники, они помогут, они будут, грубо говоря, как плечом поддержки и будут давать жизненную позицию этому ребенку, чтобы он правильно себя реализовал в жизни после выхода за стены интерната, самореализовал себя и дал ему такую профориентацию, что он хочет делать и пойти на кого учиться и в дальнейшем работать после таких учреждений. Это, ну, самое главное, самое важное, потому что не у всех детей есть родственники, как у некоторых есть, чтобы что-то подсказать, что-то помочь, что-то обратиться к кому-то за советом. Вот это вот самое важное, думаю.